И всем привет, мои дорогие подписчики, зрители моего канала, с вами как всегда Кунька Присус, как всегда на моем канале. И вновь мне дали бесплатный промокод, чтобы открыть вот этот кейсик, который стоит 59 рублей. Его можно будет открыть бесплатно, промокод будет спрятан где-то прямо в видеоролике, советую смотреть внимательно. Также пополнял с помощью промокода, который будет в описании, если что, кто ищет, тот всегда найдет, поэтому прямо в описании заходите. И также, думаю, в первом прикрепленном комментарии тоже покажу этот промокод. Ну что, погнали взрывать этот кейс, все, промокод я активировал, если что, здесь полосочку туда оставляете и открываете. И вот мы открываем за 0 рублей. Проверяем, что нам дропается. Кстати, посмотрел этот кейс, тут очень есть дорогие шмотки. Не знаю, зачем за 59 засовывать такие, ну, типа, стоит кейс 59, а, ну, сокровищница кейс, неважно. А, типа, шмотки там есть реально дорогие. Чего, блядь? Вот это стоит 250 рублей? Ебануться. Народ, забирайте промокод быстрее, блядь. Смотрите, что сыпет с бесплатного. 0 рублей открытие. Ну, хотя у меня предыдущий видеоролик был неудачный, типа, да, и я там слил нормально так бабок. Ну, ладно. Че грустить, что вспоминать, пора этот сайт, как говорится, по полной. Да-да-да, того самого. Я планирую сегодня вывести 2, может 3 арканы, посмотрим, как сайт будет сыпать. Потому что, ну честно, народ, хер его знает. Типа, предыдущий видеоролик был минусовой, да, кто знает, тот знает, кто смотрел, тот смотрел. Вот, сейчас посмотрим, как в этом видеоролике будет наставлять. Сразу говорю, если мне выпадут плечи на ВР-ку, я их заберу. Вот вообще, народ, похую, я их заберу. Так, этот щит может стоить косарь, эта голова стоит 200. А, это щит не стоит косарь, эта голова не стоит 200, да? Ладно, погнали следующий. Так, или мы вот открывали, догнали. Давайте тогда вот этот следующий. Что у нас тут? Кстати, обновились скины, если что. Если что, да, все-таки обновились, написали мне, типа, да, там обновили немного скины, там добавили, убавили. Так, ой-ой-ой-ой, слушайте, а наставлять-то неплохо. Типа 2000, о, блин, слушайте, а это вкусненько. А это вкусненько, реально. Я вот это, может быть, забрал бы. Ну, блин, я хочу 3 аркана забрать. Давайте так сделаем. Типа, у меня цель 3 арканы, ну уж извините, как говорится. У меня цель 3 арканы, поэтому мы это 3 раза долбанем. Здесь есть арканы на пуджа. Вот, надо, короче, забирать 3 арканы. 2-3 арканы я хочу забрать. Ну, блин, голдовые, конечно, клинки пиздато, не спорю. Но, честно, народ, как-то не знаю. Типа, ну, хочется аркан, что-нибудь такое, прям пиздатое. А еще хочется, чтобы мне так не сливало. Слушайте, а если мы еще раз 3 раза откроем, интересно. Выставят тут снова эти клинки, слишком большой баланс. Типа, да, народ, кто не знает, когда у вас слишком большой баланс, то тоже не сразу может выставлять сайт. Это, кстати, тоже там писали мне, типа, подписчики, типа, Кунька, прикинь, а, да, там. Задонатил, короче, на сайт. И там это, он меня не окупил. Я потом закинул еще, и он меня там жестко окупил. Я думаю, такой, блин, челик, вот тебя сайт не окупил, ты... Вот реально, вы смотрите меня и повторяете за мной, народ, ну вы психи. Как минимум вы психи. Типа, повторять за мной, когда, ну, извините, у нас возможности разные, да, я могу себе позволить такие балансы, ну, вам я, конечно, ничего не могу сказать, к сожалению, потому что кто я вам такой, чтобы вам, да, что-то говорить. Так, что бы открыть, где у нас этот аркан лежат? Вот где у нас могут лежать арканы? Слушайте, а что я туплю? А давайте мы, знаете, что откроем? Вот она, Windranger, давайте мы прям 10 раз ебанем. Может, отсюда выпадут плечи, кстати. Я потому что не против эти плечи забрать, продать их, а я думаю, их, в принципе, легко будет слить. ВР-ка, в принципе, в мете, как насколько я помню. Ага. Потратили косаря, выбили мы сколько? Выбили мы на 722. Ну, блин. Хуёво. Чё я могу сказать? Хуёво. Аркану, ну, понятно, за 2000 открывать смысла нету, да? На кого у нас есть арканы? Давайте вспоминать. Пуджа, давайте 3 раза. Хочу 3 раза пуджа. Тут, в принципе, Талон Хук есть. И Голд Хук, кстати, я бы тоже, может, вывел бы, продал бы его в стиме. Так, чё у нас выставляет? Хук. Блин, Пилл, кстати, я бы тоже забрал бы. Мне легко слить. Ой-ой-ой-ой-ой. А что так здорово так дропается? Огра, давайте. По максимуму прям. Десятку ебанем, потому что, надеюсь, может, все-таки выбьем аркану. Хотя бы первую, а лучше две. Так, а лучше мне губозакаталочную машинку. Кстати, чуть две арканы не выпало, прикиньте. Ну, о, нихуя, фантастика. Чуть две арканы не выпало, может, выпадет хотя бы одна. Ну, прикиньте, хотя бы первую аркану, да, уже ближе к цели будем. Потому что, ну, одна аркана это мало. Две арканы это будет более-менее, три арканы это будет заебись. А вот так вот, когда сыпет, вообще не круто, по-моему, да? Ну, в принципе, хер знает. Так, ладно, погнали дальше. Хочу вот эти вот именно пооткрывать. Где у нас тут еще есть? Фантом Ассасин, кстати. Блин. Мадам, не имею чести быть представленным, Кунька ТВ. А можете позволить, пожалуйста, аркану выдать своего кейса? Так, что у нас тут? Ну, аркан-то много пролетает. Ой, кстати, нихрена с плечей навалило. Они как могут дешево стоить, так и дорого. Угу. Типа, я не знаю. Давайте еще так ебанем. Ну, типа, реально, не хочу затягивать видеоролик, хочу прям по-жесткому, либо да, либо нет, типа, да, камон. 2-3 арканы, забираем, уходим. Нет, так нет. Блин, вот эти сеты, они тоже могут как дорого, так и недорого стоить. Ну, один пятихатку, двое пятихатку. О-о-о, слушайте, нормально. Но аркан опять не высыпал, да? Слушайте, а, хотел 10 раз попробовать, нет. Смотрите, вся лента моя чисто.
Кунька чисто с топ-дропом залетел, пацанчик, ё-моё. Так, опять нормальный сет, плечи. Ну, понятно, короче, опять вот этот сет. Я не знаю, дорого он стоит? Дорого? Да, дорого. Так, ладно, это нам не хочется выдавать. Давайте Джаггер попробуем 10 раз ебануть. Может, на Джаггер хотя бы на аркан повезет. Ну, реально, что-то вот... Он выставляет, типа, шмотки, да, но не выставляет то, что я хочу. Ну, да-да-да, я охуел, я знаю, можете написать об этом в комментариях. Блять, это голос, я уже думал, аркану первую выбили, хуй. Это голос на него. Это голос был на Жигернауту. Блин, ну если аркана голос выпал, может и просто аркану можно выдать? Сайт, ты как думаешь об этом, не? Не хочешь как бы, ну... Я тебе прошлый баланс слил, как бы можно уже и выдать, да? Типа, ну не стесняйся, я понимаю, ты стесняешься аркану показать мне. Ну ты не стесняйся, блин, я ее уже видел, как бы, ну... Блядь, пиздец. А чё я говорю вообще? Чё я делаю? Что я делал в своей жизни? Monkey King, погнали, 10 раз. Давайте хотя бы аркан на МК. Я помню, оно не падало когда-то давным-давно, но падало. Так, золотая палка, понятно, пролетит. Угу. Аркан он не выдал. И насколько там? Понятно. Ну-ка, скид, еще разок обезьяну. Типа, золотую палку тоже можно, она косаря 4 стоит, по-моему, да? Или 3, я уже не помню ценных дота, извините, полностью. Ну, типа, если бы выдало, было бы нормально. Так, нихрена себе тут голов наставило. Либо, кстати, можно вот этот пояс выбить. А что так дорого стоит? Подождите. Сейчас главное не продать что-нибудь, а, это эти плечи. Но они беспонтовые, они ничего не меняют, типа. Но сайт, кейс наставляю. Кстати, народ, если что, есть такие баги на сайтах. Только я вам ничего не говорил. Когда кейс слишком хорошо выдает, типа, и там не фиксит шанс дропа и так далее. То есть, походу мы нашли его. Слушайте, походу мы его нашли. Ага, походу я допизделся, блядь. Ну-ка, я еще раз. Блять, ну а если обычным? Типа реально, есть такой момент на сайтах, то, что какие-то кейсы выдают лучше других. Я думаю, вы многие эти замечали, да, кто открывает. А те, кто не открывает, смотрят ютуберов и видят, что им какие-то кейсы, они лучше всего выставляют, и они их чаще всего открывают. Ну да, посмотрите, если типа мы обычным открываем, мы чуть-чуть окупаемся. Типа можно пофармить, попробовать на пятихатке скрафтить аркану. А, кстати, а почему бы и нет? Кстати, хорошая идея. И советую, если все-таки будете пробовать, вот попробуйте этот кейс. Потому что, ну реально, он прям выставляет. Ага, все, он перестал вставлять. Ладно, хуй с тобой. Лядня, лядня. Я понял, понял, допизделся. Уже пофиксили, походу. Типа Dark Plush я его сразу забираю, нахуй. Вообще базара Zero, я Sub-Zero. У меня все равно есть Baby Dark Invoker, типа, я его продам, вообще даже плакать не буду. Не, я плакать буду из-за дропа, походу, да? Че по дропу, алё, блядь. Ну, типа, нормальный, ну как, чуть-чуть минус, ну типа, не знаю. Не-не-не, мне вот Dark Plush дайте, пожалуйста, вот чтобы он вот тут остановился. Так, смотрим. Блять, перекатится, сучка! О, кстати, эти плечи дорогие, по-моему, не? А, 350 рублей, блядь, дорого, шо пиздец. Дорого, дорого, богато, хорошо. Не, можно, конечно, рискнуть на весь балик просто въебать апгрейд на какую-нибудь шмотку, блин. 1000 за 4, за 5. Я думаю, это вообще ништяк будет. Угу, 1700, понятно. Давайте 5 раз попробуем. Не знаю, насколько это разумное было решение, обдуманное, блядь. Голдхук прокатится, понятно. Слушайте, походу решение было пиздатое, блядь. В кавычках. Ну, нет, кстати, неплохо. Неплохо. Вот единственный сайт, по-моему, который как-то держит на плаву, типа, на, забери, блядь, просто забери и съебись с меня, блядь. На, блядь, Кунька долбоеб, Кунька. Ой, аркана есть, первая аркана есть, нахуй. Все, блядь, хуй. Я ее не продам, идите нахуй. Я ее оставляю, блин. Аркана первая есть, осталось еще две. Аркана есть, слушай, а еще одну выдашь? Ну давай еще одну, по красоте прям сделай. Я, кстати, даже не сразу заметил. Блять, не докатится, да? Блин, ну вот эту руку, кстати, можно забрать, я думаю. Не? 1900. Ну-ка, еще разок. Блять, ну аркана первая есть, слушайте, первая аркана есть. Это прям, это хорошо, это сочно, это вкусно, это пиздато. Первая аркана есть. Талонхук. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, блять, вывести бы это. Сука, это бы вывести, но и арканы. Я хочу 2-3 арканы сегодня вывести. Блин, надо было талонхук выбирать, сука, идиот. Я уверен, об этом вы напишите обязательно в комментариях. Так, так, так. Сучка! Я что-то такой думаю, блин, а все-таки можно было вывести талонхук. Ой, слушайте, а что с балансом? А куда баланс-то весь улетел? Чё-то мне страшно. Блять. Ладно, пойдемте на другой кейс, походу, все. Ну, блин, типа аркан еще на фантомочку будет вообще секс. И он может выдать, типа, вы видели, сколько он выдал? Он может, значит, выдать еще одну аркану. Ну, вот это только вот, блять, сука, да. 700, это я не знаю, что, 2 по 700? Ой, слушайте, ништяк, ништяк, а 10 раз? А 10 раз хуй. А 10 раз уже не так легко открыть. Ладно. Ну, слушайте, первый аркан есть, типа, осталось совсем чуть-чуть. Осталось совсем чуть-чуть, можно вывести несколько аркан, я надеюсь. Блять, не докатится же, падла. Ну-ка, а если вот так? Аркан увидим. А что такое дорогое? А, это дорогие, окей. А если еще раз? Аркана! Здравствуйте, мадам! А как ваше ничего? А, у вас все хорошо? У меня тоже, спасибо, что спросили. Две арканы есть, отлично. Отлично, просто охуенно. Давайте плечи, типа, баланс. Давайте прям пятихаточку. Хочу пятихаточку. Вот так вот, погнали. Изи, блять. Изи-бризи, лаймон-сквизи.
Вот это доступно для продажи. Это заебись. Так, теперь что делать-то? Ну, типа, можно пофаниться, я не знаю. Я вот это вывожу, и сейчас вам что-нибудь выбью, потому что надо разыграть, народ. Все, типа, дальше нет, дальше, блядь, в пизду. Угу, блядь, неплохо. Неплохо, слушай, а еще можно? Ага, 1600, блядь, слушай, это мне нравится. 1000. 1000, сука. Вообще охуенно, все пиздато. А у нас все пучком. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А, недостаточно средств. Заебись. Заебись. Типа, ну можно еще что-то на вывод попробовать выбить? Я не знаю, типа, ну, камон. Типа, блин. Сложно, сложно, сложно. Надо подумать. Надо еще что-то вам выбить на розыгрыш. Не, ну это беспонтовая хуйня, слушайте. Это беспонтовая какая-то, это вообще не. Это не то, нукские апгрейды. Ну что, давайте за счет того, что в прошлом не было розыгрыша, типа, ну, 150 я так вот сделаю. Слушайте, интересно, а если вот так вот сделать? Типа, вот максимальный процентный шанс. Выдаст он, не выдаст? Алло, блядь. Ага, блядь. Вот так вот. Ища какого-нибудь курьерчика вам пиздатого на розыгрыш намучу. Солидно, я считаю, вполне. Типа, с курьерами можно поиграть. Точнее, курьер в любом случае у вас будет. А так, какого-нибудь красивенького вам сейчас выбьем. Чем-нибудь за соточку. Ага, блядь. Так. Мне уже не нравится. Типа, апгрейд на 20% заходит, а апгрейд на 67% не заходит. Вот насколько рандом сайта, вот, блин, это просто жесть. Вот это, кстати, прикольный. Я с таким бегал. Сколько он стоит? 30 рублей. Понятно. 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 Походу, сейчас... Сейчас что-то придется продать, нахуй, чтобы разыграть. Ой-ой-ой-ой, нахуй я в курьеров-то полез. Так, что у нас тут? Ну, тут вообще ничего интересного, да, опять же? Ну, типа, камон, блин, ладно. Пизду. Давайте сделаем проще, реально. Вот так вот ставим сот. Ой, слушайте, ну легендарный усы на пуджа, блин. Ну я считаю, это прям вообще. Это изи. Давай, погнали. Легендарный усы на паджика выбиваем. Не сегодня, блять. Ой-ой-ой-ой-ой. Мама, роди меня обратно. Походу, что-то придется продавать. Реально, может считать меня ебланом, типа я обещал вам что-нибудь на розыгрыш. Фух, слава богу, блять. Просто охуенно. Доступно для продажи. Вот так вот, короче. Ну, не три арканы, конечно. Ну, это я считаю даже пизже. Мне сказали, закунька забирать надо было. Я их забираю, все, нахуй, вот так вот. Хуяк, хуяк. А если вы хотите этот мечик, надо оставить комментарий, поставить лайк под это видео и подписаться на канал. И все, народ, вы участвуете с помощью случайных комментариев. Я вас выберу, ну или кого-то из тебя, тебя. И все, народ, вы забираете. Ну а на этом у меня сегодня все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, нажимайте колокольчик, чтобы посетить новые видео или стримы. Ну а с вами был, как всегда, Кунька. Желаю всем пошлых подружек и приватных тиммейтов. Короче, делаем вот так. Так, нельзя забрать, вот так забрать. Короче, шляпу разыграем. Желаю всем пошлых подружек, адекватных тиммейтов и дорогого шмота. Всем удачи, народ!